И, ребята, всем привет! Если вы хотите научиться крутому ПВП в МКПЕ, то вы зашли именно по адресу. Сегодня я вам расскажу, как правильно нужно ПВПшиться. Не просто как обычные ютуберы, там нужна наводка и так далее, а именно куда надо кликать, как убивать игрока. Вот это вот все, я вам расскажу именно все подробно. Так что приятного просмотра, погнали! Но я бы хотел еще устроить розыгрыш на 100 рублей. Для участия вам нужно просто подписаться на двух спонсоров и написать в комментарии свой ВК или Инстаграм. И вы приняты. Итак, ребятки, приступаем. Я вам покажу на примере в обычном мире, как это все нужно делать. Для начала, чтобы приступить к PvP, вам нужно нажать на переднюю кнопку. То есть два раза нажать, чтобы бежать быстро. Вот так вот. Раз, два. И вы бежите быстро. Затем вам нужно то есть свести палец вправо. То есть вы раз-два нажали и сводите палец вправо. И тем временем экран вводите влево. Когда вы бежите на игрока, вот допустим здесь игрок. То есть вы бежите вот так вот. Раз-два, сводите вправо палец. И потом наводите на игрока. То есть его потихоньку убиваете. Так делайте примерно 3 раза, то есть раз-два, сводите, поворачиваете экран и бьете его. Потом еще раз, раз-два, и еще раз так, раз-два. И так нужно сделать 3 раза. Затем, когда вы сделали 3 раза, противник не знает, противник будет думать, то, что вы еще раз, четвертый раз пойдете через, получается, у него левую сторону, то вы резко поворачиваете вправо. То есть вы нажимаете раз-два и поворачиваете вправо уже, а экран сводите вправо. То есть поворачиваете влево, а экран сводите вправо. И начинайте бить его, тем временем у вас он не будет знать, куда вы в следующий раз повернете, и вы его сможете легко закомбить. Итак, ребятки, я вам рассказал практически все, что знаю я. Я надеюсь, вам это в будущем поможет с вашим камбэком, с вашим ПВП. Поддержите меня лайком, все-таки я старался, поддержите подписочкой. Нам осталось совсем чуть-чуть до 8000 подписчиков. Всем удачного дня, всем пока-пока.